чемпионат по игре камень, ножницы, бумага. Поучаствовать могут, конечно же, все желающие, независимо от роста, возраста и пола. У нас уже готовы два. Я не могу назвать это поле, это ринг для участников нашей игры. Для тех, у кого было тяжелое детство, я напоминаю правила игры камень, ножницы, бумага. Вы выходите на ринг. С вами играет еще один человек. В нашем случае мы будем играть парочками. И вы на руках показываете камень, ножницы, бумага. Камень бьет ножницы, ножницы бьет бумагу, бумага бьет камень. Как-то так, может быть, что-то, конечно, перепутал, может, нет. Но, в общем, примерно в этом ключе. Сегодня это действительно международный, первый одесский международный чемпионат по этой замечательной игре. Я уже вижу участников из Сирии, из Китая. Из Израиля. Из Молдовы. Участники сегодня из Израиля к нам приехали. Приехали участники из Израиля также. У нас есть русские граждане. Также у нас сегодня тут есть Корея. Это действительно грандиозное событие. Действительно есть Корея. Действительно. И не только в моем лице. Честным выбором. Потому что, я думаю, все в курсе, через буквально неделю и один день в городе состоятся выборы местной власти, и мы хотим, чтобы это прошло без фальсификаций. Господи, какое длинное, сложное слово. Почему мы выбрали именно камень, ножницы, бумага? Потому что это знакомая всем игра, в которой практически невозможно, а потому что совсем невозможно. О, Господи, меня снимают, какой ужас. Так вот. Невозможно убивать, невозможно обманывать. И мы хотели бы, чтобы эти выборы прошли так же честно, как игра в камень, ножницы, бумага. Кристально, я бы даже сказала, прозрачно. Все желающие, абсолютно прохожие, могут поучаствовать в нас, что наша сегодняшняя акция посвящена честным выборам. Мы хотим, чтобы выборы прошли кристально честно, так же, как и игра в камень, ножницы, бумага. А тем временем у нас продолжается регистрация участников нашего международного чемпионата. Напоминаю, все, абсолютно все желающие могут присоединиться. Рефери номер 2, Сергей Заболин. Играют все. Ура! Мне вернули мой любимый рупор. Я вижу, вы уже все попрыгиваете. Кто-то от холода, кто-то от нетерпения. Но я думаю, пришло наконец время начать. И я приглашаю на сцену... какая сцена? На ринг выходят первые участники. И Ваня на ринге номер один. И нам нужна еще одна пара. Я предлагаю столкнуть в схватке две иностранные страны, то есть двух иностранных участников. Я прошу выйти на ринг Гульнару и Али. Второй ринг, прошу. Первый ринг Украина и Молдова. Али, прошу, давай, выходи. Второй ринг. Прекрасная соперница из Кореи, горячий парень из Сирии. И... Итак, маленькие правила. Ниже пояса не показывать, глаза не показывать. Начинается с раз, два, три. Это самая обычная определенная игра в Камстрит. Передаю участникам, передаю женщине, начинай. Чуть не упала. И первый раунд пошел. Давай. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Раз, два, три.
Раз, раз, два, три. 1-0. Я считаю, давай. Раз, два, три. Позовите нас, зовитесь, пожалуйста, еще раз. Победитель в правом ринге у нас Ваня. А напряженная схватка между Кореей и Сирией продолжается тем временем. Ванечка, вы выходите в нашу, как это, четверть финала. Оставайтесь на ринге. 3-1. Вы победили. У нас Женя на второй победитель Гульнара. И Корея сегодня, к сожалению, победила Сирию. Вы выходите в четверть финала. А мы приглашаем еще две пары на наш ринг. Поэтому камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Это камень бонус. За счетом 3-2 побеждает Украина! Обошел всех участников. Пока наши ребята подписывают грамоту, я попрошу подойти к нам сюда для торжественного вручения грамоты победителя. Великолепного, неповторимого человека, без которого этого всего бы не было. Звезда молодежной политики. Неповторимый, потому что второго такого уже точно не будет. Павел Сикик. Павел Алексеевич, прошу вас. Ткаченко Василий, победитель. Победитель. Украина победила в международном чемпионате. Уважаемые дамы и господа, спасибо, что несмотря на то, что сегодня не теплая погода, сегодня большой ветер, сегодня даже не летная погода, мы-то собрались, мы провели это мероприятие. Мы ставили Украину и выиграли. Будем надеяться, что Украина в дальнейшем будет так же показывать себя на мировой арене. Опять же повлияет на то, что выборы будут успешно, чтобы не было стыдно перед народом, перед людьми, чтобы мы гордились тем, что мы живем в Украине, мы есть граждане. Почему решили принять участие? Потому что молодежь должна заниматься такими активными какими-то действиями, что-то показывать, чтобы им было весело. Это все-таки молодежь. Спасибо детскому молодежному парламенту. Конечно. Скажите, вы будете принимать участие во втором международном чемпионате? Конечно, будем отстаивать свое звание.